Итак, ну что ж, ребят, всем здорово, всем привет, добро пожаловать. С вами Валера, и мы продолжаем проходить Sword Art Online Lost Song. Или точнее, основной сюжет-то мы прошли. Мы продолжаем проходить пост-гейм контент. Ну, точнее, контент, который еще остался непройденным, и контент, который вышел в недавнем патче, что появился пару дней назад. Давайте продолжим. И будем надеяться на то, что на этой неделе мы наконец пройдем Lost Song на все 100 в каком-то смысле. Платину выбивать не будем, нафиг она мне сдалась, но пройти все важные ивенты, события, это надо. Все-таки это и есть самое интересное в игре. Так что, надо. Ну, собственно, еще раз всем привет, добро пожаловать. И погнали. Так. МКВ. Нету в мире справедливости. Нету. Причем это я давно убедился. Нету. Нету, не было и никогда не будет. Так что, МКВ, просто смирись. Жизнь боль. Точка. И ты с этим никак не сможешь побороться. Ладно, давайте продолжим. Давайте посмотрим, что тут у нас. По идее, сегодня у нас должна быть постельная сцена. Ну, почти постельная сцена с Асуной. Севен должна заполучить в пати. И еще вагон кучего разного всякого. Короче, посмотрим, что будет. Собственно, что тянуть кота за яйца? Или Кирито? Давайте посмотрим это событие с Асуной. Я надеюсь, что это оно. Хотя, может быть, для того, чтобы она сработала нормально, нужно еще много чего делать. И, кстати, Дзимпел, надеюсь, я тебя правильно прочел. Я вижу, что у нас в первый раз. Ну, как минимум, я первый раз тебя вижу. Добро пожаловать. Надеюсь, тебе понравится. Че она улыбится? Че ты улыбишься? Ладно, ладно, давайте переводить нормально. Че смешного? Кирито-кун, господи, ты это видел? Я просто так счастлива касательно Юки. Я счастлива, что все обернулось именно вот так. А, теперь понятно. Ты? Стоп, чё? В реальный мир? Вот этот поворот. Ладно, давайте попробуем прочесть вот этот отрывок. Вы не сделаете нам почесть, мисс Коно? Да, сэр. Понятно. Ты все еще не привык. Или вы, наверное. Вы все еще не привыкли к этому. А нет, все-таки ты. Ну, я ничего не могу поделать, если я нервничаю, когда меня зовут. Коно-сан? Коно-сан? Да, так, посмотрим. Кстати, тут же тот момент, когда они все-таки взяли Юки в школу, и она сейчас на уроке. В аниме это тоже показано, один в один. Ребят, что-то мне кажется, сегодня будет... Ну, короче, готовьте платки на всякий случай. Привет, Вити. Понятно, давайте посмотрим. Асуна и я начали формировать более тесные отношения со спящими рыцарями. И потом, для того, чтобы выполнить желание Юки посетить настоящую реальную школу, наши друзья и я, мы работали вместе для того, чтобы воплотить это в жизнь.
теперь Юки посещает занятия с помощью двухстороннего кома-зонда, который сидит на плече у вас, он как раз. Я подключил его к сети Амосфера, и это позволяет нам использовать зрение, слух и разговор. Короче, удаленно. Так или иначе, Юй, можешь продолжать свое полное погружение с помощью медики-кубоида в больнице и в то же время посещать занятия. Ладно, на сегодня все. Обязательно убедитесь в том, что ваша домашняя работа завтра будет сделана. Привет, Фуму. Ой, ну и устала. Да я тоже. Да уж, я не заставляла свои мозги работать так усердно уже давненько. Но все же, я так повеселилась, приезжая сегодня сюда. Спасибо тебе, Асана. Да, всегда, пожалуйста. Ну, что скажешь, если теперь пойдем домой? Да! Кирито-кун, омотасе! Спасибо за ожидание, Кирито. Асана, срани Юкимо. Пробу но чоуши ва доу да? А, Асана. Привет, Юки. Ну, как с... с зондом? Да, просто замечательно. Привет им, Войд. Сука. Понятно. Ну, я рад это слышать. Эй, Кирито, ты не собираешься спросить, как у меня дела-то пошли? А, точно, извини. Ну, как все прошло? Ну, одно наверняка. Мое состояние начало улучшаться. Правда? Я до сих пор не могу покинуть, скажем так, грубо говоря, микробную зону, я не знаю, как правильно. Карантинную зону. Нет, все-таки нет, не карантинная зона. Ну ладно. Одно из двух. Не знаю, что будет правильнее к русскому языку. Если кто-нибудь может меня подправить, был бы очень благодарен. Они сказали, что вирус становится слабее, и мое состояние намного более стабильное. Стоп. То есть, Юки выпутается из этого дерьма. Посмотрим. Они думали, что у меня осталось еще несколько месяцев жить. Но, смотря сейчас, похоже, мне еще очень долго времени. Изолятор. Во! Элипоид, изолятор. Замечательно. Я так рада. Асана, постой! Талан, не плачь, ты чё? Я извиняюсь. Я просто подумала, как мы сможем провести больше времени вместе. И я была настолько счастлива, что не смогла сдержаться. Асана... Асана, я очень счастлива, что смогу и дальше продолжать с вами идти в приключения. Все еще очень много мест осталось, которые нужно зачистить в Свардалфхейме. Да,
Юки. Правда. Теперь мы сможем пойти еще в больше приключений. Асуна, Кирито. Жду этого с нетерпением. Асуна, Кирито. Похоже, батарея зонда заканчивается. Ну ладно, тогда думаю, на этом нам надо прощаться. Юки, не забудь сделать домашнее задание, ладно? Да, я постараюсь. Ну хорошо, увидимся завтра. Пока, Юки. Пока. Кирито-кун, Юкио гаккоуни каёвасэрареру ёуни ште курете. Аригато. Кирито, я не могу тебя отблагодарить достаточно, что ты смог все-таки сделать это возможным для Юки суметь посетить школу. Я, мотомото кенкью штеру тема датта кара на. Демо, кеко лагуру токи га аруши. Мада-мада кайзен тен ва ой ё. Да вовсе нет. Я все-таки занимался кое-каким исследованием над одним проектом в любом случае. И все же, нужно еще там поработать над лагом, который есть. Юки-а сугоку манзоку штета ё. А, демо, загаку даке жа накуте, тайку мо декиру ёуни наритай итте иттета. Ну, по крайней мере, Юки действительно была счастлива. Хотя Юки сказала, что хотела бы быть в состоянии еще на физкультуру пойти. Ну, как нормальный студент. Я знаю, что там было написано на другое на английском, но... забейте. Блин, ну почему прямо сейчас падает все? О. Возможно, сейчас пару лагов было? Ну, мне кажется, что для этого понадобится немножко больше времени, чтобы заставить ее правильно реагировать на движение. Хм, я уверена, что она будет в восторге от этого. Эра VR только начинается. В зависимости от того, как предстоящие исследования будут идти, возможности могут стать бесконечными. Когда-нибудь, я думаю, что придет время, когда реальный и виртуальный мир будут полностью связаны. И когда это произойдет, Юки наконец-то сможет стать нашей настоящей дочерью. Да, это будет замечательно. Так что я хочу внести свой вклад. Я хочу исследовать VR-технологии сам и помочь сделать это будущее реальной. Эй, Кирито, у тебя есть сегодня свободное время? Да, конечно, я могу. А тогда мы можем пойти в мою комнату? Конечно же, мы можем пойти в твою комнату. Максимус, ну... если честно, драма, я бы тоже не отказался, но я бы хотел, чтобы не было все так, как кончилось, сам знаешь где. Хотя, по-любому, это в конечном итоге может так и закончиться. Стоп, мы пошли в комнату в игровом мире, а не в настоящем? Эй, я хотел в настоящем. В виртуальном это не то. Ну ладно, давайте посмотрим. А, вот ты где. Ну, и зачем все это? Ты... воу, воу! Кирито. Ну, конечно, это было внезапно. Что происходит? Я прошу прощения за то, что повесила это все на тебя. Знаешь, в последнее время я ссорилась со своей мамой.
まともな進学はできない。Она сказала, что если я продолжу учиться в нашей школе, то я никогда не смогу попасть в хороший колледж. あんな学校の生徒と一緒にいると、ろくなことにならないって。И я не смогу никогда добиться ничего, если я продолжу гулять с ребятами, которые в нее ходят. Так что она сказала, что хочет перевести меня в более лучшую школу. И все, что я могла делать, это просто постоянно думать об этом. Почему она этого не хочет понять? Ну почему она не хочет этого понять? Так значит, вот почему ты была такой расстроена в последнее время. Таматтейте. Да. Прошу прощения, что я тебе не рассказывал. Демо, буцкаранай то вакаранай кото датте ару тте Юки ни иварете, хатто шита. Но потом Юки сказала, что есть некоторые вещи, которые ты не можешь передать словами в одиночку. Нет, не в одиночку. Ты не можешь передать с одним только словом. Вот. Так будет правильно. И я поняла, что когда я с мамой разговаривал об этом, я на самом деле никогда не вкладывала свои истинные чувства в это. Так что я планирую ей сказать недвусмысленным выражением, что я чувствую по поводу перевода. И когда я это сделаю, я думаю, что она поймет. Сука. Асна. Хиторите крышинде тандана. Понятно. Я сожалею. Я сожалею, что ты боролась в одиночку все это время с этим. Но я должна была. Кирито-кун га айште курета но ва сео ни та цуёй Асна де. Асуна, в которой ты влюбился, это сильная Асуна из Сао. Я боялась, что если я позволю тебе увидеть эту свою слабую сторону, ты меня больше не будешь любить. Вот почему я держала это в тайне. Асна, это правда, что я впервые влюбился в тебя, когда я тебя встретил в САУ? Сенкоу Асна датте, Юки Асна датте, дотчимо онажи Асна да. Но будь ты молния Асна или старая добрая Асна Юки, ты все равно та же Асна. Это нормально быть слабым. Я тебя поддержу. Так что, пожалуйста, не сдерживай свои заботы только при себе. Кирито. Кирито. Спасибо тебе. Эй, Кирито. Я все еще не знаю, что я хочу сделать с своей жизнью. Но я знаю, что я хочу жить так, чтобы все были счастливы. Чтобы быть с кем, который мне дорог и которого я люблю. И быть для них. Нет,
и быть ради них там. Независимость, вне зависимости от обстоятельств. Я чувствую то же самое. Давай останемся вместе навсегда. Асуна. Да, Кирито-ку. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Ну да, Фумо. Асуна и Кирито — это просто идеальная пара. А Deep Bond. Асуна. Крепкая связь с Асуной. Поздравляю, я прокачал отношения на Максу. Ну, к сожалению, это весь хентай. Так что те, кто хотели больше... Ну, для этого есть другие сайты, где можно найти побольше. Так. У кого тут будет кекс? В смысле, Гаспард? Я что-то не понимаю этой шутки. Так, что у нас там еще в чате? Все их действия записываются. Ну, нормально, нормально. Не будет кекса. Да, все, я думаю, понял. Так, что ты думаешь о VR-MMO? Так, ты что думаешь, VR-MMO это позволено? Ну, Максимус, как бы есть MMO-шки, где специально можно делать нечто подобное. Так что VR-MMO-шки, я думаю, тоже должны быть в этом мире. Так что, хз. Для киберполиции это вполне достаточно? Окей. Бегуно Карт, приветствую, добро пожаловать. Извини, если я тебя неправильно прочел. Нет, в европейском PSN эта игра выйдет в конце года для PS3, PS Vita и PS4. В данный момент ее можно достать на английском только в гонконгском PS Store и в сингапурском тоже вроде бы. Короче, в тех местах. Или заказать диск на Play Asia или подобных сайтов, которые продают игры из Азии. Именно азиатские версии. Привет, Кубик. Асуна не нужна? Почему ты такой суровый-то?